слышь, не ори, последних куниц испугаешь. Как у вас дела? Что с куницами? Куницы в большинстве своем живые. Хотя многие, конечно, мертвые, но все равно бегут. Значит, это, успел взять пробу грунта. Ну что сказать, невкусный грунт. Сейчас. Ох ты ж, ёлки, а! Застрял! Водную помпу, видишь? Вижу! О, ты шланг в лаз вставь и включай! Может, меня... Да вот, это меня поколдобило немного, чтоб я еще раз... Мы находимся посередине Тихого океана на борту российского исследовательского судна «Доктор наук профессор Шварценгу». А как? Прикрепляю к себе таз специальным липким скотчем, ну, чтобы высвободить руки. И теперь что, ну, сначала спуститься надо, а потом уж думать, как подниматься. А, забастай, а! На, зараза, ногу укусила! Ну что, конюх, как первые ощущения? Да так себе, там же, оказывается, воздуха нет совсем. А... Отражаетесь в чем-нибудь? Не, у меня глаза повылазили, но на ниточках держится, так что я себя с расстояния 3 метра вижу. Маленький такой, с кулачок. Сдавило меня, ребятки! Ух ты, красота какая! А сколько, мужики, километров до Челябинска, а? Кум у меня там, ага! Вот он квасит! Поехали! Я на них резинку натяну, сам к салазкам привяжусь, резинка салазки выстрелит, они по рельсам поедут и в небо по этим заделиться полет. Этап туда, этап обратно. Между ними планирую выдрузить флаг. Куда? А куда выдрузиться? Ага, а где же неудача-то? Их же поди километров на 5 подбросило, а их 12. Сгадки, трактор оттянул гигантскую резинку, которая вот-вот отправит по рельсам салазки, к которым прикреплен наш отважный соотечественник. Россия! Земля, матушка, и звезды, ух, красота-то какая! О, ух ты, а? Кажись, падаю! Ну и мать, ты что за хуйня такая? Ой, страшно такая! Да, а то я все уже пересек, а пустыню не пересек. Вглубь уходит, а мне туда не надо. Мне ж надо пересечь Сахару поперек, на бидоне с водой. Кажись, нашел оптимальный способ передвижения. Прилетели, в фонтанчике купаться. Давай, до связи. Конюх, постарайся. Хватил покрепче за то, за что надо, и лечу туда, куда надо. А вот от него отделяется какой-то маленький комочек и падает в озеро Чат. Неужели это и есть конюх Федоров? Попок это петель. Во-во, используя вантузы. А ты откуда, корреспондент, знаешь про мой хвост? Нормально, только медленно. Ну, в общем, это тебе не важно, корреспондент. Горячие! Ой! А мы наблюдаем удивительную картину. Федор... Как думаешь, корреспондент, нас далеко швырануло? Не знаю. Ну и нажрусь, конечно. Мы поздравляем нашего героя с очередной победой. В 11 километрах от города Дартмур. Здесь начинаются знаменитые травяные болота, описанные Артуром Конан Дойлом, писаете, очень напоминает ноги. О, точно, корреспондент, ноги. Да, так их многие называют. Конечно, флаг России. Он у меня вокруг поясницы обернут, шерстяной, жена связала. Я коньяк вылил, а чай налил. А в чем же смысл? Смысл? Смысл в том, что я коньяк в себя вылил. Он бежит нам по болоту в сопровождении огромного количества насекомых. Но мы его еще видим. Он против вас, скоро будем. Не слышу вас. Ты с глазами орет. Ух ты. Коль, так это же мы были на вездеходе. Чего? Это ты был? Так, а ну-ка. Я пристегнут колесиком, но ты и ко мне поступает ток. Так что я на корреспондент, подтолкни меня. Поехал! Счастливого пути, конюх! Руки, ноги заняты, парочку укусил, но остальных это не водочки и спас. Конюх, осторожно, водка, воспламенится же. Да ладно, корреспондент, первый раз, что ли? На тебя! Егеря я подобрал, он меня попросил. Улан-Батор. О, это где такое, корреспондент? В Монголии, боже, это похоже на какой-то огненный шар. Нет, это конюх Федоров, точно, весь в ореоле электрических разрядов. Ой, братцы, провода-то заканчиваются, что делать-то, а? Ловите меня! Конюх отрывается от проводов и падает на землю. Еще несколько раз падает. Конюх. Уйди, закричит. Отдай сердце! Ай, как холодно, да? Ой, как оно там живет, чудовище, у него же водки-то нет? Ой, ну ладно. Огромные, и кажись с глазами. Кто бы это? Спаси и сохрани от всяких подводных тварей и убереги от чудищ огромных и от гадостей плавучих, ползучих, под водой живучих. И загорелся! Огонь все бежит! Конюх, ко мне! Есть оно, чудовище. А как выглядит? Хуже всего на свете. Вы нашли его, понимаете? Расскажите, пожалуйста, какова цель экспедиции? Цель? Понять, как там в мировом океане у голубых китов с местами... Так, корреспондент, отойди! Разбегаться буду! Ай-яй-яй! Конюх подскользнулся на рыбьем В желудок упал! Класс! Пойду еще раз скачусь! Ну вы так... Слышь, корреспондент, печень по-китайски заговорила! Видать, мы уже где-то рядом! Живая! Слушай, главное, как прям бросилась ко мне! Видать, что-то ливанет! Нет, ничего, я рыбьим жиром намазан! Отдай голубь! И вот мы видим, как конюх буквально взлетает над поверхностью Индийского океана! А вот уже спасатели... находимся на самой верхушке Эйфелевой башни страны из-за парапета. Залезайте, конь,
Бог спросит чего-нибудь, а я ж по-французски-то не бельмес. Сделал крылья из кровати. Кормимся с национальной французской кухней. Ну там водочка, пельмешки. О, а хочешь, весь туда слезься, а я тебя подержу. Нет, 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 ты прости, конечно. Вот уж на что я дурак, но ты что-то совсем. Ну просто, эй, гарсон, иди сюда. Вот что ты там ходишь? Ты видишь, что у месье не налито? Ой-ой, мы заканчиваем цикл репортажей о падении конюха Федорова с Эйфелевой башни в стену. Путешествие 11-е. Телепортация. И первым добровольцем, согласившимся принять участие в этом эксперименте, конечно же, стал легендарный конь Федоров. И вот, кажется, я вижу его силуэт. Пляжу-пляжу, да и начну распадаться на такие же элементарные частицы. Глаз на спине выскочить, мажь его потом зеленкой. И как сказал профессор, у вас, говорит, в каждом рисунке водка. Ну, в смысле, в каждой части. Главное этот, глаза косые, очки с линзами толстыми. Давайте, говорит коню, мы вас отправим. Или вы боитесь? При бабах! А я, видишь, смекнул, что эксперименты сегодня отменить они его не могут. Ну, всякие ученые приедут посмотреть. Крепляют к нему какие-то датчики и выходят наружу. Конюх, счастливо! Поехали! В прозрачной камере начинает материализовываться конюх. Ой, нет, это не конюх. Или все-таки конюх. Боже мой, спасайтесь! С подводной лодкой совместила. А чего у меня с глазами? Смотреть как-то непривычно. У вас вместо глаз... В голове! А ну-ка! Вы же убили корову! Я уже везде был, что умру я в возрасте 102 лет. Чё, уже ударил? Ой, мама! Если эксперимент удастся, найду его там, извинюсь, скажу, извини, верхняя часть кузнеца Прокопич. Кто? Это врач. Ой, бедовый, всё. Ты знаешь, корреспондент, чё-то мне всё лучше и лучше. Что, конюха сбила машина, при его попытке отправиться за опухой. А, так я ж забыл, у меня же аллергия на средства от комаров. К тому, что ничего не видно. Экспедиция конюха Федорова. Конюх катит по берегу огромную бочку. Конюх, давайте помогу. А вы пока расскажете, что вы затеяли. Ух ты, тяжелая какая. А, если помните, Гвидон. А, простите, так у Пушкина написано. Ой, господи. Ну что ж ты, корреспондент, не смотришь, куда катишь. Ну, смотри. Да, ядра. Чистый изумруд, упакованный в золотые скорлупки. И что вы с этим будете делать? Ну-ка, доем селедку. Вози не было. Пришлось с селедкой покупать. Сельди в бочке. Да. Зачем же вы пьете море? Оно ж соленое. Ты помнишь, сколько там этот Гвидон плавал? А, так это ж бочка. А, ну вот, видишь, а ты год здесь. Ну, значит, годика три еще здесь поживу, ну а потом... Сейчас, хочу разобраться до конца с такой проблемой, как таракан. Есть перестал? Нет, я ем. А, вот. Даже говорят, что если ядерная война будет, то единственные, кто выживет, будут они. Можно мне потом про тараканов расскажешь? А ничего особенного. Вот смотри, сейчас на 20 сантиметров уменьшусь. Вот, оп, видишь? И все, последний раз. Ростом через горы перешагивать. Или знаешь? Посадочного перелета Москва, Северный полюс, Ванкувер. А дальше? Дальше все очень быстро. Набрал коллектив из 50 птиц и стал дрессировать. Они же в упряжке. На, подохнут? Упадем? Тогда не знаю. Вот, поэтому ты и корреспондент, а я твой великий соотечественник. Летит гигантская стая селезней, а за ними на матрасе конюх. Я, кстати, когда все изнутри телевизора выгибал, ну там телескоп, лампы,